Профессор Зихули, вы не будете возражать, если я покажу вот эти слайды, анонсирующие Европейское общество онкогинекологов, чтобы для слушателей визуализировался этот сайт, очень удобный. Европейское общество онкогинекологов сотрудничает со всеми специалистами в этой области. Мы очень благодарны, что сегодня нас поддерживает эта общественная организация. Есть великолепный сайт, который доступен всем членам ESGO. Есть и контент, который может быть использован и без подписки, то есть свободный free контент, который тоже можно посмотреть. Это в ESGO Academy, там, где есть обучающие educational фильмы, которые очень полезны для специалистов-онкогинекологов. Также на этом сайте можно визуализировать, можно получить доступ к международному журналу онкогинекологическому. Если вы член Европейского общества онкогинекологов, вам доступна будет и эта опция. Также вам будут доступны опции всех современных материалов, касающихся онкологии и онкогинекологии. И теперь позвольте перейти непосредственно уже к моей презентации. Можно ее переключить? В большей степени коснуться нашего сотрудничества с Российским обществом онкогинекологов, которое включает в себя специалистов-онкогинекологов всей Российской Федерации. Страна у нас большая и собирает в своих рядах, старается собрать всех специалистов онкогинекологии, работающих по этой специальности. Население, видите, более 140 миллионов жителей, ежегодно более 54 тысяч онкогинекологических заболеваний. В стране существует около 100 онкологических центров, около 500 онкогинекологов активно участвуют в работе Российского общества онкогинекологов. Основано было еще в 90-х годах в Советском Союзе это общество совместно на площадке на территории Грузии. В то время это было, корни этого общества были заложены. Первым президентом был Ян Владимирович Бохман. С 93-го года это существует как Российское общество онкогинекологии. Ян Владимирович Бохман хорошо вам известный как основатель двух патогенетических вариантов рака эндометрия, вошедший в историю с этим открытием и достижением. И с 93-го года это президент Российского общества гинекологов. Далее о распад Советского Союза, и все равно, тем не менее, Российское общество онкогинекологов сохранило связи со странами, так называемые бывшие Советского Союза, русскоговорящими, ежегодно встречаемся с коллегами, проводим воркшопы, сотрудничаем с Европейским обществом онкогинекологов. С 2009 года первое было заседание в Санкт-Петербурге, дальше они ежегодно продолжаются. Это различные города России: Псков, Сочи, Оренбург, Томск, Новосибирск. Всегда заполненные аудитории, всегда актуальные темы выбираются для нашей аудитории, и всегда полный зал и живая дискуссия. И, кстати, возвращаясь о живой дискуссии, вчера великолепный был мастер-класс, прекурс живой хирургии, где Игорь Викторович Бервелл демонстрировал лапароскопический доступ в онкогинекологии. И далее были великолепные доклады наших друзей и коллег из Грузии, Иракли Тодуа, и из Армении Артема Степаняна, который сейчас в ESGO Council представляет Восточную Европу. И, к сожалению, там не получилось дискуссии, не хватило времени, но коллеги разрешили дать свои имейлы, чтобы вы, друзья, могли задать те вопросы, которые не смогли вчера озвучить. Также тесное сотрудничество с молодыми онкогинекологами, с подачей вот общества ESGO у нас вот эта вот идея тоже продвинулась, и обязательно обучающие
Курсы для молодежи проводятся на базе Института онкологии Петрова. Российское общество онкогинекологов сотрудничает и с аккредитационным комитетом Европейского общества онкогинекологов. И впервые в Санкт-Петербурге первый и пока единственный центр, который был аккредитован Европейским обществом онкогинекологов, это случилось в прошлом или позапрошлом? В прошлом году. Вот сертификат аккредитации, и мы очень гордимся этим достижением. Стараемся преодолеть языковую преграду русскоговорящей аудитории, включиться активно в работу в Европейское общество онкогинекологов, стараемся переводить все гайдлайнсы на английском языке на русский язык, и это вы тоже можете на сайте ESGO увидеть. Если кто-то еще не вступил в ряды нашего общества, всегда очень рады вас видеть. Спасибо за внимание. Спасибо.